В год культуры Китайской Народной Республики в Туркменистане во дворце мукамов Государственного культурного центра зрители были свидетелями удивительного события – выступления труппы Джеки Чана, представляющей древние китайские боевые искусства. 11 артистов труппы были отобраны Джеки Чаном в разных школах кунг-фу, затем их обучали музыке, драматическому искусству, развивали их духовно. Джеки Чан поставил перед ними цель – создать новый вид искусства. Это ему удалось, зрелище получилось красивым, пластика артистов, сплав боевых приемов кунг-фу и хореографии. 11 воинов борются друг с другом и танцуют. Интересные костюмы, эффектно подчеркивающие движения артистов, когда они выбрасывают в воздух длинные рукава, похожие на гимнастические ленты, только очень широкие. Струящие рукава – элемент из традиционной китайской оперы. Их хореография, совершенство движений и точность заставили зрителей задуматься о гармонии тела и духа, что является фундаментальным принципом в этих искусствах. Показ не только вдохновил зрителей, но и подчеркнул важность сохранения и продвижения культурного обмена между странами. Китайские боевые искусства несут в себе богатое наследие, которое может быть источником вдохновения для людей разных культур. The art of kung fu. So we want to introduce Chinese culture to the whole people, to the Turkmenistan, and we want all the audience enjoy it. Our kung fu is not the traditional way of our performance. You know, kung fu can make you stronger. Kind of a martial art can defeat your enemy, but in our show, in our performance, we want to introduce art into kung fu. It's a combination of many different things, like Chinese culture, about the mythology, the philosophy, and the art, and we want to introduce introduce as more as possible. And we want to show in a modern and dancing way of our kung fu performance.